Друзья мои, добро пожаловать, мои хорошие, в мой дом. Так вот, друзья мои, как я вам сказала, квартира трехкомнатная, 3 плюс 1, находится в районе Мезитли. Мы живем на 7 этаже. Ну, номер сейчас я вам не скажу, конечно. Это тайной, пускай останется. Квартира, значит, из двух блоков, из двух домов. Они как братья-близнецы. И очень красивый двор, вы уже много раз видели из моих предыдущих видео. Ну а саму квартиру многие мне подписчики, друзья спрашивали: покажите, пожалуйста, хоть какая вот структура квартиры, что там находится, какие дома. И вот поэтому, пользуясь моментом, я хочу показать на примере своей квартиры, потому что в чужие дома, естественно, не могу зайти. Ну, так вот, мои хорошие, начнем с залы. Вот я только сделала уборку. Вот уборку каждый день надо делать, но такую генеральную сделала. Вот, значит, самая большая комната, и это салон. Здесь принимают гостей, мы тут в основном и сидим, и кушаем зимой, и все. У нас мы один раз в жизни живем, других закрытые салоны, а мы здесь обитаем. Вот, покажу такие картинки. Это моя мамочка сделала своими руками, когда была молодой. Я вот на память, что вспоминать ее, что она со мной рядом. Слава Богу, все хорошо у нее. Моя мамулечка, Карлопатулечка, Екатерина. Катюшенька, спасибо за твой труд. И вот у меня таких две картины, я их в рамку положила. И вот они для меня очень ценные. А вот это наша фотография свадебная. Вот такая я хрюшенька там, ну, неважно. Ну, так вот, друзья мои, вот такая вот квартира. Вот такая большая комната у нас. Так, мои хорошие, мои цветочки. В общем, я когда приехала сюда, была в шоке от того, что здесь такие большие комнаты. У нас в Грузии очень маленькие. Я вам покажу тоже потом. Так выглядит это. Уборка в разгаре. Ну вот, постепенно. Все это я сделала, почистила. Я не знаю, сколько квадратура, но сквозняк здесь прекрасно, даже не нужен кондиционер. Мой муж здесь не жил 3 года, и вот кондиционер подарил своим родственникам. Поэтому нам, в принципе, он и не нужен, у нас он вентилятор. Когда вот чай пьет, он тогда включает. А так у нас такой вот хороший этот сквознячок по вечерам. И вот целый день. Вот такая вот у нас большая комната. Так, друзья мои, из залы мы выходим на мой балкон. Вы очень часто его видели. Вот такой вот балкон. Своя, видите, здесь мы можем мангал можем делать. Вот здесь у нас такой вот все приспособление, уголь там. Вот так закрываем, потому что чтобы было покрасивее. Так, вот вид с моего, это я для птичек. Так выглядит мой балкон, друзья мои. Очень огромный балкон. Видите? Я здесь вечерами, мы сидим, пьем чай, я здесь отдыхаю после своих будней. Такой прекрасный вид с моего балкона, мои цветочки. Такой красивый вид с моего балкона. Прямо аквапарк. Вот я вам увеличу аквапарк. Тоже один раз покажу, что там и как там. Так вот, сейчас мы следующее заходим на кухню. Что я забыла вам отметить? На каждом балконе, на каждом этаже вот такой стук. Здесь мы моем ковры. Вода стекает. И, естественно, здесь вот такая плитка. Полы шваброй мыть это нереально. Поэтому очень часто я мою со шлангом.
Тут очень-очень удобно. И здесь и ковры стираем, и все, что хотите, можно помыть здесь. Так, мои хорошие, с балкона мы заходим на кухню. Я делаю все по порядку, чтобы вы понимали. Значит, сначала обойду с этой стороны, что находится, а потом на ту. С этой стороны у нас во двор выходит комната зала и большая кухня. Посмотрите, какая огромная кухня. Это я все перемыла, еле живая хожу. Вот такие вот праздники, надо вот так вот все это чистить. Так, друзья мои, вот эта кухня, не смотрите, что она, я сама понимаю, что она там вся, холодильник надо новый, и все, я предупреждаю, что мой муж 3 года жил в другом городе, в командировке, где мы с ним познакомились, эта квартира была закрытая, и был холодильник, и духовку свою, печку, все он отдал своим родственникам. Ну что, думал, что приедет, купит все новое, и новый холодильник, и вот это как ему дали сейчас временно эти родственники на маленький такой, и плитка все надо, и Булашик Макинеси моечная, посудомоечная машинка. Все это, короче, надо нам покупать. Но у нас в планах, мы почему сейчас ничего не покупаем, потому что я планирую, и мы планируем продавать эту квартиру, по некоторым причинам хотим по квартиру в другом районе. И сами еще не знаем, какой район выбрать. Ну, в общем, вот такая вот кухонька. Очень удобно здесь, я удивилась. Везде плитка. Мои тапочки сейчас одену. Я себя не показываю, потому что я в таком ужасном виде. Как говорится, хозяйка. Квартира вся чистая, а сама хозяйка. Все получается наоборот у меня. Но не всегда. Ну, в общем, вот такие вот дела, мои хорошие. Вот такая вот огромная кухня. Где светло, где не светло. Очень удобно. Здесь был раньше стол, я положила диван, когда мои внуки приезжали. И, как говорится, запасной аэродром. Они здесь у меня трое садились, и удобно. Конечно, это все нужно. Ну, нет интереса, когда квартира идет на продажу. Самое главное, что у нас чисто, я поддерживаю чистоту. И вот стараюсь. А как я люблю, когда все убрано. Представляете, как здорово. И ненавижу, когда все понаставлено. Но получается так, что... Вот посмотрите со стороны, какая огромная... Со стороны вот коридора, какая огромная кухня. У меня, наверное, третья часть в городе Батуми. Продолжаем обзор. Мои хорошие, вы видите прямо кухня, вот дверь на кухню, там салон, это ванна, и вот так идут с этой стороны 3 комнаты. То есть это все идет на другую сторону. Вот такой огромный коридор, поэтому я вот вам хочу показать все, как все выглядит. Здесь вот такой вот туалет, только в основном 2 туалета. Вот. Так выглядит здесь обязательно, знаете, что ну, они меняют обувь, все абсолютно. В такой туалет нужно иметь тапочки при входе, чтобы они поменяли их. Так вот, друзья мои, хорошие, начнем, значит, вот хочу начать, вот с этой стороны покажу вам тоже. Такой вот у нас прихожая огромная. Ставила здесь цветы, но они постоянно ломались, потому что задевали. Так, это значит двери. Здесь все поменено, все хорошее. Но ремонт, естественно, был давно. Но я посмотрела, что сколько лет было закрыто. Эта квартира, она, мне кажется, выглядит очень хорошо. Так, эта комната у нас. Немножко вот так темно. С этой стороны положу. Это комната для гостей. Она не такая большая, конечно, но... Ну, нормально. Значит, с этой комнаты вот так идет наш сад, парк, красивый вид. Везде, значит, окна у меня открыты. И там сумки я свои приспособила повесить, друзья мои. Ну, нормально, вот такая вот комнатка для гостей. Добро пожаловать, приезжайте к нам, и мы, я буду рада очень гостям. Так, спальня. Покажу вам попозже. Так, значит, мы заходим в ванную.
Если бы я здесь жила, я бы, естественно, поменяла бы все здесь. Но в принципе, друзья мои, очень большая тоже ванная, очень. Ну, все по-простому здесь, но самое главное, чистенько. Мы пользуемся, мы, как я сказала, вот этим приспособлением. Забыла даже, как называется уже. Вода здесь, почему ведро белое с накипью, потому что с хлоркой, друзья мои, мы замучились. Я уже устала здесь это чистить, и поэтому мы не пьем. Вот так, такой уголочек у меня. Там разные приспособления для хозяйки. И, в общем, вот так вот полотенечко. Все. Я так думаю, что чистенько. Я стараюсь так хлоркой, доместосом постоянно что-то чистить. И вот, друзья мои, вот так выглядит коридор с этой стороны. Ну, а следующее я вам покажу нашу спальню. Так, мои хорошие, а сейчас мы с коридора заходим в спальню. Так, вот посмотрите, вот такая спальня, если вы хорошо увидите. Вот наша спальня. Большая, вторая по величине комната в квартире. Сейчас я вам покажу посветлее здесь. Так, ну там у нас чистые дорожки мы положили. Вот посмотрите, мои хорошие. В каждой комнате везде плитка. Не хочу снимать себя. Так, этот мой столик. И вот сейчас, вот большая квартира, посмотрите, потолки здесь, все так в порядке. Хотя сколько в лет уже не было ремонта. Ну, и сейчас мы выходим на балкон. Вы тоже знакомы с ним. Вот открывается вид красивый на парк. В общем, я сейчас вам скажу. Здесь с утра с этой стороны солнышко. Потом оно, значит, заходит и переходит на ту сторону. Посмотрите, что я сделала для себя. Вечером я здесь сижу в интернете, смотрю за вами. Лежу, вернее. Точнее. Раньше я две подушки такие удобные были. И оно как кресло у меня было. И неудобно было сидеть на нем. И посмотрите, что я сделала. Лежу здесь, один раз даже и заснула. До 2 часов проспала. Вот такой вот у меня балкон. И мы здесь любим с мужем сидеть вечером. Мои цветочки, ну такие. Такие. Не такие хорошие, но все-таки приятно. И вот мы любим в том углу сидеть, разговаривать, фрукты кушать, кофе пить. Раньше там было у меня это кресло. Ну, вот чистенько у меня здесь, потому что я каждый день вытираю. А это вообще, посмотрите, какая мягкая. Одно удовольствие на этой кровати лежать. Следующая комната – мой кабинет. Сейчас мы идем в мой кабинет. Так, мои хорошие, из спальни по коридору мы направляемся в мой кабинет. Здесь вот и кабинет, и гладильная комната, и пылесос там стоит, и здесь можно отдохнуть вот на такой кроватке. Здесь моя комната, мои иконочки. Свечечка, все, где я молюсь. Так что, друзья мои, вот здесь такое окно. Видите, какой ветер. Прям вот вид. Ой, занавески сейчас я открывать лучше. Вот наш парк красивый. Как хорошо здесь тем, что прямо мы не смотрим квартиры соседям. И с той стороны, и с этой вообще супер. Самое хорошее место, друзья мои. Иногда думаешь, не хотим продавать, но здесь ремонт надо делать капитальный. Так, и вот, в общем, вот такой вот, мои хорошие,
Такая комната достаточно большая. И мой компьютер. И кто не знаком еще с моим каналом, заходите, друзья мои. Светлана Ата. Ну, на этом будем подводить итоги, друзья мои. Я надеюсь, что удовлетворила просьбы многих людей, мои хорошие. Многие спрашивали, какие квартиры, ну, изнутри, и, в общем, я показала на примере своей. Если понравилось вам видео, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Спасибо, если подпишетесь на мой канал и нажмете на колокольчик, и будете продолжать смотреть мои новые видео. До свидания, пока-пока.